Вот она, ребята, прям на глазах садила. Вот это красота, вот это мамка. Ребята, это было что-то на глазах, прям Антох. Это нечто. Я не могу. Вот это ходило. Вот это у тебя ходило, у меня клюнуло. Клево всем, друзья. Сегодня я со спиннингом, джеркбейтами на одном из коммерческих водоемов, который только открылся в Краснодаре. Небольшой водоем, как говорят, с большим количеством хищников. Пришли попробовать, что такое, что за водоем, есть ли в нем щука. Скажу так, у меня уже был один выход, два удара, и Антон на крупный силикон поймал одну душечку. Так что, ребята, поехали! Слушай, что на ней не засекается? Не сильно крупная, не сечется. Порвало-то классно. На паузе давай. Да, тут мелкий много здесь. А? Мелкий много. Много, да. Ты когда-нибудь ловил щуку на щуку, Антошкин? Есть у меня дайвер один от Салма. Где он? Такие вот у нас приманочки, ребятки. Сейчас, давай, Антош, тут сейчас покидаю. Зато нам кидать будет некомфортно тоже. Нам кидать некомфортно, мы еще... Я без очков. Так, это плавающая у нас модель. Ага, опять. Да, но мелкие так и делают и сильно режут резину. Сейчас опять шла снизу и не взяла. Еще вода прозрачная, я давно не видел у нас прозрачную воду. Когда-то как в лиманах, да, Антошечка. Опа! Мимо. Ударила, завернула, не взяла. А вон еще шла. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а ну-ка попробуем знаменитого Бастер Джерка. У меня есть вот такой натуралочка. В прозрачной воде может сработать. Антон, это не скалит. А людям надо деньги зарабатывать. Да и то уже великолепно. Вот такая приманочка. Поставлю Бастер Джерк. Весь побитый, рабочий. Натуралочка. Прозрачная вода может сработать. Хотя солнышко, конечно, лучше бы. И сразу! На первом ударе! Бастер Джерк рулит! Ребята, Бастер Джерк рулит, небольшая щучка. На глисере выходит. Ай, класс! Как я люблю джерки! Первая щука за 3 года на джерке. Друзья, ее там валом она стоит. Небольшая красавица. Друзья, вот такая кроссовочка. Кроссовочка. Вот на такую приманку. Как вам? Пятерочка. Да? Нет. Всадил? Ай-яй-яй. Не будем, мы очень отпускаем рыбку. Знаменитый Бастер Джерк. Где там моя пятерочка, семерочка, десяточка? Фух, класс! Уже стиле проводок забыл. О, о, как он красиво может идти. А, промазала. Промазала, Антоша, небольшая. Села. Давай, Антоха, давай, тащи, красавец. Давай, дружище, давай.
Давай, дружище, выводи красавицу. Сошла. Ай, плохо. Так, что у меня тут еще есть? Вспоминаем работы приманок. В красной коробке. Тащи ее сюда. Антох. А, да. 4-2 грамма спереди подвесь. И он просто глубже будет идти. Это ж так и делается. Ну и как идет под поверхностью. Надо, Антоша, надо. Я не против. Ты жерки ощутил, да? Ты понял, почему я на них подсел, почему для меня щука на джерке это лучшее? Они несравнимы ни с чем, Антош. Вот такая приманочка. Вот такую красавицу поставлю. Еще ни разу в воде она у меня не была. Кажется, не помню. Так, я могу его глубже. Да, он тонет. Делаем заглубление и пошли проводочку. Вот она, вот она, вот она, вот она, ребята! Прям на глазах садила! Вот это красота! Вот это мамка! Ребята, это было что-то на глазах! Прям, Антоха! Это нечто! Я не могу! Вот это у тебя ходило! У меня клюнуло! Иди сюда, иди, моя красавица! Да. Стоп, 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 не бейся, не убивайся. Я тебя отпущу, красавица. Фух. О-о-о. Это что-то с чем-то, блин. Да, это в районе четверочки. Фух, на глазах взяла, из-под низа вылетела. Ребята, во, тихо, 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 тихо. Антошка, ты меня сфоткаешь, а? Во, во. Это ты гад. Ребята, смотри, какая красавица, а? А, друзья? Да, это четверочка. За этим, за мелкой, вот она побежала и влево. Эйди, а? Ой, какая пасть у нее тут. Ну беги, 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 малышечка. Фу, ушла торпедой. Вот такой вот шварцонгер поставим. Такая натуралочка. Посмотрим на результат. Что у нас? Медленно тонет. Очень был активный, притом, если не ошибаюсь, и можно было работать и чисто катушкой, да? Чисто катушкой, без ударов. Красиво работает. Сейчас притопим приманочку. Ударила, не взяла. Потом видел, как ударила. Такая вот резина. И вот она вот так монтируется. И раз. Вас.
Антох, ты спиннинг, когда тащишь, прямо держи. Да, вот так вот. И ты подсекаешь вверх. Ты ж на резину ловишь. Это когда ты джеркуешь вниз, а когда на резину работаешь, когда катушкой, то спиннинг в прямую линию держи. Есть, 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 есть. Иди, красавица. Иди, 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 иди. Есть щучка на резинку. Иди, малыш, небольшая. Думаешь? Сейчас узнаем. Иди, красавица, вот она. А ну, покажи свою красоту. Худая. Вообще. Затянутая, погрызанная, худая. Голова огромная, а сама затянутая, худая. Прикинь. Давай, Антоша тащит дуплетик у нас. Давай, цепляйся. Голова огромная, а сама худощавая. Не будем мучить рыбку затянутую. Отпускаем, красавица. Иди сюда. Иди, красавица. Небольшая, но красавица. Порола. Иди, моя морога. Иди. Ой, свечечку сделала. Вот таких вот шнурочков, вот палкой, раз и подняли. Ой, какая она бешеная, это все. Специальная цеплялочка, чтобы отцеплять тройнички, даже у крупной рыбки. Опа, вон она сразу атаковала. Вон, смотри. Ой, красавица. Взяла. Это все, ты видел как? Это просто, вон она вышла. Догнала и села. Вот это глаз! Супер, Антоха! Дай пять! Это было нечто! Это вообще было супер! Класс, да? Киношная, блин! Рыбалка! На что, он на воблер основан? На активной проводке била. Вот она, друзья, красавица.
Ну, отцепляйся, подружка. Отцепляйся. Ладно. Достанем, покажем тебя зрителям. Друзья, вот такая красавица. Такая, вроде полторутошечки. Вот такая вот. Во. Отпускаем. Быстренько. Быстренько в реанимацию. В реанимацию рыбку. Сквозануло. Давай, дружище. Ай, Светочка. Класс. Лучше всего работают приманки, которые идут примерно в 50-60 сантиметров под пленкой. Ниже плохо, выше тоже плохо. Оп-о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 п. Резина рулит вообще шикарно. Иди сюда, красавица. Иди, моя дорогая. Иди, моя прелесть. Вот так вот, друзья, смотрите, а? А вы говорите, большая резина. Антон сказал, большому мужику большая резина. Все правильно сказал, дружище. Вот так вот, друзья, очередная красавица. Такая где-то, кило 200, кило 400. Вот такая. А? Ам-ам. Друзья, вам для сравнения. Вот эта маленькая резина. Это резина 2,5 дюйма. И вот на что мы ловим щуку. Вся Европа ловит на вот такие приманки щук. Это обычная приманка для щуки во всей Европе, включая Англию, Америки. Америка для маскинонга это очень мелкая приманка. Американцы скажут, это приманка на щуку, а не на маскинонга. На маскинонга примерно надо в 3 раза больше. И вот на то, что привыкшие у нас ловить щуку. Вот сравните, друзья. Да, для мелкой щуки, до 2 килограмм это нормально. Для щуки свыше 2 килограмм, вот это нормально. Пошла, родимая! Да, друзья, сейчас если поставить небольшую приманку, воблерок подобрать, который нравится щуке, можно поймать очень много щуки. Сопровождает приманки вовсю. Но сегодня я джерками. Мне нравится на них ловить. И когда садится крупная щука, от 4 килограмма и выше, ни с чем не сравнимый кайф. Очень мощная палка. Ты тащишь с полностью зажатом фрикционе. Фрикцион при ловле на мульты, на джеркбейты, затягивается полностью. И ты ловишь именно, это с учетом трофейной щуки, чтобы он не просел, чтобы ты мог хорошо ее просечь, был шанс ее достать. Из-за этого ощущения совершенно другие. Ты рыбу чувствуешь полностью. Иди сюда, иди, красавица, вот она, ой-ой-ой, вон она, красавица, смотрите, друзья, есть, ай, давай, вот она, красавица, вот она, жди, опа. Тихо. Спокойствие. Только спокойствие. Вот так вот. Фу. Вот она, красавица. А? Красивая рыбка. Смотрите, какая. Это ж прелесть просто, а? Приманка Питшак Джуниор от Strike Pro. Шикарная приманка. Вот Антон на нее сегодня целый день отловил. И целый день, вот несколько часов на рыбалке. Я на нее сейчас вот поймал. На вот такого Питшака я поймал щучку
три года назад на степняках последнюю 98 сантиметров. У нас в Краснодарском крае на степной речке. Вот такого вот красавца. Там я ловил по заросшему камышом участку и ловил с офсетником 10-0. Вот такая вот приманочка. Опа! Взяла. Ох, красавица, давай. Дых таким ударом классным. Давай. На активной проводке. Вот как раз еще, Ритки, еще одна щучка. Ха-ха, вот она, красавица, вот она. Попробую, у меня там слайдер, десятка тонн еще есть где-то. Да. А где, большой, маленький? Не помню. Посмотри сначала в маленьком. Взяла на активной проводке, без остановки. Опа, еще одна. Оп. Я знаю. Вешай, Антон. Закидываешь и просто короткими рывочками дын-дын-дын-дын ведешь без остановки, понял? Вот вторая такая, небольшая. Беги домой, беги. Вот я поставил, видишь, вот он, коротыш, идет глубоко. Дын-дын, ты должен почувствовать его, вот смотри. Вот смотри, слайдер также идет, короткоход, понял? И вот так вот до конца и ведешь. Вот обе на этой такой проводке, без остановки, без ничего. Вот это летняя, более короткие, чтобы он более на месте крутился. Там буквально удары по 5 сантиметров. Все, он, да, на месте, дын-дын-дын-дын. Во. И катушка чуть медленнее. Ты домой рыбу будешь брать? А? Да? Это куда, отпускаем или? Или сложим? Покажу. А, сошла. Вот, подобрал приманку к ней, Антох, к этой. Не зря его положил. Опа, давай, Антошка, давай, тащи, красавец. Давай, молодчина, Антоха. Почувствовал? Да. Да бывает прям протаскивает. Опа, сход. Антон, у меня сход. Так видел я, как сырек я тебя вел. Тебя снимаю и веду. Ай, красава, молодчина, дружище. Yes, давай. Ай. Ага. Класс. Ой, класс, друг. Офигеть. Слайдер десятка, классика, рулит. У меня сход. А я тут под берегом. Опа, иди сюда. Нифига себе. Иди. Да, особенно мелких вот этих вот шнурят. Я себе две штуки, мне вот этих хватит. Офигеть.
Руки без привычки просто отваливаются. Какой фрикцион! Понял, почему для меня это все джерки? Ой, маленькая, давай, отцепляйся. Не хочешь? Сильнее решила зацепиться. Сквозануло. Джерк Нилс Мастер. 12 сантиметров длиной, 68 грамм. Медленно тонущий. Мимо. Мимо, собака. Мимо. Но прошло. Фух, три мимо подряд уже, а? Три. Иди сюда. Вот она наконец-то взяла. Я ее уговорил. Шнурочек. Эй, меня зацепило и убежало. Вот так вот. Друзья, всю последнюю рыбу поймали на некрупные джерки ближе ко дну. Если с утра щука брала примерно в 50 сантиметров от поверхности и даже были поклевки при воднении, то сейчас щучка стала более мелкая, опустилась ближе ко дну и стала брать на некрупные активные приманки ближе ко дну. Ну что, друзья, вот мы сегодня и половили щучку на джеркбейты, кайфанули. Антуха у нас дебютировал в ловле на джеркбейты. Как тебе ощущения? Уклейка лучше, вот. Будешь еще на джерки ловить? Да. Вот, уклейка лучше, но на джерки будет ловить. Кайфанули, поймали примерно по два десятка щук. Самая крупная в районе 4 килограмм. Были двушечки, полторушечки. Кайфанули по полной. Так что, ребята, до новых встреч. До встречи на воде.